Всем привет, мои хорошие, начинаем новый влог. Наконец-таки я вернулась к более-менее такой привычной жизни. Сегодня дети первый день пошли в садики, в школы, ну, муж на работу ушел. И вот сейчас у меня наконец-то появилась возможность спокойно сесть, записать хотя бы какое-то видео, потому что, честно говоря, то время, пока мы болели и плохо себя чувствовали, и, ну, не было даже свободного времени. Надо сейчас потихонечку вливаться, опять привыкать. Вы знаете, живешь обычной жизнью, там то скучно, то как-то хочется чего-то новенького, необычного. Но когда ты это все теряешь, и вот просто сидишь вот 2 недели взаперти в квартире, никуда тебе не выйти, ты на карантине, ты так начинаешь ценить вот эти мелочи, когда ты можешь ходить на работу, когда ты можешь ходить в магазин. Дети, когда в садике, в школах, поэтому будьте здоровы, не болейте и цените вот эти наши обычные дни. Это очень круто на самом деле. Сейчас мы уже даже с мужем сходили первый день после болезни в фитнес-клуб. Он, получается, пропустил 3 недели, я 2 недели там не была. Там только все говорят, из одного угла слышу, из другого я потеряла обоняние, я там ничего не чувствую, у меня была температура. Ну вот я не знаю, что творится, у меня еще заболел брат со своей женой, хотя они живут на другом конце города, совершенно другой район, и мы, в принципе, можно сказать, особо и не видимся, очень редко мы видимся, ну потому что действительно далековато, в основном только на какие-то праздники или вот что-то такое. То есть мы их не могли никак заразить, но они тоже заболели. Болеют, в общем, вообще все. У нас по Питеру какая-то просто волна идет. Девчонки, пока сидела я тут дома, никуда мне ходить нельзя было. Когда мне уже стало полегче, я стала прибирать свою квартиру. Ну, делать, знаете, особо нечего. И думаю, ну, как раз вот то, что к Новому году я хотела, там все подрасчищать. Намыла там и в ванной комнате все, и кухню, люстры все помыла, где шкафы там наверху всю пыль протерла. Ну, в общем, вот такое, знаете, как раз тут мне к Новому году, то времени, я все говорила, у меня нет времени, вот оно, как видите, нашлось. Опять-таки продолжаю я расхламлять все свои шкафы там с постельным бельем и все это. Я купила уже несколько новых комплектов, потом вам все это покажу в другом видео. И потихоньку все равно думаю, так, еще и это выброшу, еще и это. И так как я уже купила новое одеяло, мне не подходят все эти пододеяльники, ни по размеру, никак вообще. И поэтому от всего избавляюсь. Вообще, знаете, сейчас вот к Новому году старайтесь избавляться от всего старого, от всего ненужного, от долгов, если вдруг у вас есть какие-то долги. Понятное дело, если у вас там большие какие-то кредиты, там ипотеки, понятное дело, вы не сможете избавиться до Нового года от них. Но если какие-то есть маленькие такие, знаете, займы вы брали, то постарайтесь от них избавиться. Девочки, готовлю ужин. Есть у меня вот такой вот эскалоп. Ну, достаточно такой толстый кусочек. Я хорошо-хорошо все кусочки отбиваю вот до такого тоненького состояния. И буду сейчас делать я рулетики. Покажу сейчас вам, какие. Видите, вот как прям тоненько-тоненько я их так отбиваю. Последний кусочек мне остался. Выложили наши кусочки мяса. И сейчас будем добавлять начинку. Начинка у меня здесь. Натертый сыр моцарелла с чесночком. Сейчас я перемешаю. И будем добавлять внутрь нашего рулетика такого мясного. Такую примерно порцию, чтобы нам тут хватило на 4 части, потому что у нас 4 кусочка. Вот такую примерно порцию выкладываем на серединку и заворачиваем в рулетик. Вот такой у нас получается рулетик. И далее. Вот 4 рулетика таких сейчас делаем. Теперь мы будем каждый рулетик вот так вот обмакивать в яйце. Взбила я венчиком яйцо. И вот так вот каждый прямо окунем сюда.
Так, высыпаем панировочные сухари. У меня их тут совсем чуть-чуть, но сколько есть. И каждый рулетик вот так вот. Было бы побольше, конечно, было бы лучше, но сколько есть сухарей, вот так вот обваливаем. Вот такие вот у нас получились рулетики. И сейчас мы их будем обжаривать. Так, включаем плиту. Большой огонек. Наливаем сюда оливковое маслице. И ждем, пока нагреется наша сковородочка. Так, сковородочка наша раскалилась. И будем сейчас выкладывать вот так наше мясо. Наши мясные рулеты. И обжариваем. Обжариваем с двух сторон. Сначала на сильном огонечке, потом я огонек убавлю. Ну вот, мои хорошие, что у нас тут получается. Наши рулетики свинины с сыром обжариваются. Уже они такие красивенькие стали. А здесь я поставила картофель. Делается на пару. Я очень люблю, когда вот картошка именно вот так вот на пару. Она такая, знаете, ну совершенно другого вкуса. Часто я делаю. Вот такие аппетитные рулетики получились. Я еще полила гранатовым соусом их. Очень вкусно. Еще хотела вам показать, у меня теперь нету занавесок. Я их сняла и продала. Сюда я заказала наконец-таки новые занавесочки. Как придут, где-то через неделю их должны пошить. Я вам их обязательно покажу. Девчонки, еще что хотела вам показать. Была я тут со своими детьми в фикс-прайсе все-таки. Я туда сходила. Но сходила я туда с определенной целью. Каждый год перед Новым годом я там покупаю наклейки. На окна, вот знаете, вот так украшать свой дом. И думаю, пойду я только за наклейками. И так и случилось. Знаете, вот взяла только наклейки. Больше, ну, ни на что глаз у меня не упал. Вот смотрите, вот такие вот я взяла наклеечки. Думаю, вдруг потом не будет. Разберу, думаю, сейчас пока с детьми делать нечего, у меня было выходные. Пойду, думаю, куплю. Вот такие вот очень миленькие наклеечки. Тут такая лисичка. В этом году, знаете, я решила никаких вот этих Деда Морозов, снеговиков на окна не клеить. Ни снежинок таких вот классических белых, а чего-то хочется вот такого вот, знаете. Второй набор вот такие вот елочки тут. Снежинки, все они объемные. И третий наборчик взяла вот таких вот пингвинчиков. Потом, когда буду украшать, все вам, конечно же, покажу. Новый год мы будем праздновать дома, никуда мы не поедем. Нас опять друзья зовут в Карелию, но что-то нам уже за эти третий год подряд не хочется. Наверное, будем дома. Тем более сейчас после болезни хочется, знаете, как-то, ну, реально спокойствие. Завтра день рождения у нашего племянника, у племянника моего мужа. Ему исполняется 3 годика, но нас не приглашают. Хотя уже все тесты сданы. По тестам мы не болеем. Мама уже 3 теста даже сдала, и все отрицательные. Но все равно и страшно им, и мы не хотим, знаете, если что, там, чтобы на нас думали. Там тоже пожилые родители придут у мужа, сестры, и, в общем, нас не приглашают. И, ну, мы не в обиде, мы как бы сами тоже даже сказали, что да, мы лучше не придем. Так что вот, болезнь вносит свои коррективы. Ну все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать. Сегодня, вы знаете, такой влог, ну просто отметится, потому что как-то еще все так с бухты-барахты, только я осталась дома одна, много дел. А дальше уже буду входить в русло, буду снимать новые видео для вас. Обязательно подписывайтесь на канал, будем дружить, будем общаться. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Всего хорошего, не болейте!